Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами в Far Cry 6 прилетели на базу Матиасов-Матанзасов. И у нас там есть какое-то квестовое задание. Квестовое задание. Не квестовое. Сюжетное задание. Давайте узнаем, что именно задание. Ну что ж, погнали. Да. Матанзас, Либертад, они изменят все. Если да? Меня сожрут, думаете? Мне будет все равно. Эрос Герильера, учись быть нахмурившим. Я думаю, какую-то херню несут. Ну, бы ладно. Помощь не помешала. Так. Угу. А, ну да. Радио Либертад, точно-точно. Прохави свободы слова, выбьет нам контракт. Контракт с американцами? Ну капец просто, сальвасьон! Что тут у вас? Есть тема с шоу первым после бегства из Эсперанцы, а Паула тупит. А чё? Маркеса грохнет нас? Но я уже нарисовал... Мы грохнем Маркесу, в чём проблема? Я и зебру украл, и со священником этим стрёмным тёр. Нет уж, пилите своё шоу. Священником? Спалились. Ну ладно. Один трек. Ах, Миамор, затрахать бы тебя в усмерть, но надо готовиться. Какая ты милая. Дани, мне нравится, что ты смелый. Ой, опять этот бич. Ты о чем, бичу? Надо зачистить маркетинг-центр пропаганды, чтобы установить оборудование. Ну, то есть, тебе надо. Ну и чуть-чуть мне. Нам двоим. Ясно. Так, освободи, и куда нам? Так мы там что-то уже вынесли, сюда, нет? Радио повстанцев. Доберитесь до виллы Маркесы. А, ну мы там бегали. Там просто как бы, ну... Задание было неактивно, соответственно, мы ничего сделать не смогли. Ничего. Чё скажешь? А, ну у нас все построено, по понятно. Да, охрененная кошечка. Умнее ты, многих... Значит, тоже фанат? Других. Так, тут тоже ничего классного. А это что такое? Кстати, а как бы нам продлить бы... Так, надеюсь, это не лицензионная музыка. Но вроде бы нет. Так. Блин, а почему нельзя бафнуть? Ну, активирован, классно. А как его перебафать? Как его перебафать? То есть можно вот это купить. После покупки текущий активный эффект будет заменен. Или этот обновится, или он одноразовый. Короче, ни хренашеньки непонятно, но, как говорится, очень интересно. Так, ладно, давайте попробуем сейчас заменить на что-то более-менее, что нам может пригодиться. Мясо черного конюка позволяет дальше задерживать дыхание. О, кстати говоря. А, дыхание при стрельбе, а не круто. Позволяет добывать больше компонентов из мяса животных. Увеличить максимальную выносливость. Так, почти круто, но нет. Значительно увеличить максимальный запас гаджетов. Ну, такое себе, снижает шум при выносимой, при перемещении. Ай, обнаружение камерами слежения. Топовое снижает урон, получаемый от боеприпасов незащищенным целью. Ну... Не знаю, потом может пригодиться. Не будем пока это делать. Вот давайте вот это возьмем. А, все, можем перекушать. С собой больше боеприпасов всех видов. Да, все, вернем обратно. Я только надеюсь, он перебафался. Потому что если он сейчас опять будет 20 минут. Не, 6 часов, все. Нормалды. Так, бандитцы, вы там как? Так, бандитосы еще тут думают. Нам нужно на виллу Маркессы. Ну, тут мы уже тусили. Ну, вернее, мимо пробегали. Поэтому, а куда мы десантируемся? Наверное, сюда. Ну, плюс-минус, потому что куда-то где-то ближе я не вижу. Ну, понеслась что.
Стоп, а это мы сейчас, получается, что, закроем этот регион? Или как? Или где? Вопрос открытый. Так, что ты хочешь? Да, здорово. Есть что рассказать? Дани, тут один КПП так и ждет твоего визита. Может, заглянешь. Сколько туда, тут еще КППшек? Да-да-да. Заглянем, посмотрим, избавим. Небольшой, кстати, момент. Я тут между серией докупил всякого. Ну, короче, заградил полностью все наши оружия. Ну, просто, чтобы они были. Не то, чтобы надо. Как говорится, потестируем. Ну, плюс у нас, потому что порох, в принципе, более чем достаточно еще даже осталось. Поэтому мы теперь будем все плюс-минус модные. Так. Хорошо, вы не остановитесь, это классно. Нам туда. Как нам туда попасть? Наверное, где-то тут. Так, оружие уберем на всякий случай. Лобысь. Прыг-скок, прыг-скок. Ага, прекрасно. Ну, в принципе, недалеко, почти рядом. А что там нужно будет сделать, интересно? Ну, скорее всего, всех убить, всех наказать. В принципе, несложная задача. А, ну мы уже на месте. Шикардос. Ну, практически на месте. Так. Да, парашют, парашют. Фух. Чё, кто? Луса, ты там кого решил съесть? Какого хера? Ты чё делаешь? Психопатка. Не знаю, кого он там решил завалить, но ну, да ладно. Да чё за кипиш-то? Сожри нахер. Нормально. Я надеюсь, вот эта точка нас не будет демаскировать. А так, в принципе, неплохо. Так, несемся к своей цели, не ведая преград. Вот все-таки, наверное, мне все время будет интересно, как он плавает с такой, блин, с таким супрем за плечами. Так, а это что такое? Так, ну там, видимо, наш дозорный пункт. Надеюсь, Клара это оценит. Бичер, так. Я на вилле Марии. Ты тут? А, да, да, скоро буду. А там есть эти солдатус? Конечно. Это дом Марии, мать ее Маркесы. Да, конечно. Знаешь, я припозднюсь. Элаха ты. К твоему приходу никого уже не будет. Ладно. Так, я вижу там наблюдательный пункт. То есть нам туда можно заныкаться. Ну, надо проверить как минимум его. Эх, бедный песик. Чё лаял? И себя подставил, и хозяина. Сейчас попробуем просто сверху отработать. Ну, вдруг там удобно будет. Хотя, может быть, я зря сюда иду, и это вообще бесполезное место. Такое тоже может быть. Так. Во-во-во. Ничего себе скалолаз. Так, что расскажешь? А тут никого нет.
А что здесь блестело такое? Ну ладно. Так, а что это там такое виднеется? Стоп, а почему я ничего не могу здесь сделать? Не, вроде могу. Прикольно. Вилла. И бассейн. Подсветочка интересная. Опасно. Угу, снайпер. Улуса, привет. Ты, конечно, милашка. Кстати, это вроде все-таки, по-моему, она, девочка. Так. Сигналку вырубить бы. Сигналку не вопрос. Адиос, подкрепление. Угу. Так, а Улуса туда нормально не заберется, да? Жаль. Вижу офицера. Угу. Офицерин, офицерин. Враг взять! Улуса! Да чтоб тебе. Да. Что-то не слава богу у меня. Буэнос ночес. Со снайперской подготовкой. Да ёп. Ой-ой-ой-ой-ой. Как все плохо. Так, Луса, сходи, сожри вон ту херню пока. А я попробую таки попасть. Ну, не сраньем, так катаньем. Так, Луса там где-то, блин. Так, Улус, тогда вот этого вначале. С тем чуть позже разберемся. Эй, сюда! Враг взять! Не-не-не, рано. Ого. Какой попрыгайчик. Улусо, ко мне! Разорви, Улусо! Давай, еще одного порви. Улусо. Так, Улусо красавчик. Компенсировал мою херовую снайперскую подготовку. Так, а ты куда собрался? А, вас там просто несколько. Ишь ты. Бах. Неплохо. Начал немножко исправляться по снайперской подготовке. Ой, ну, эй, сюда. Так, Улуса, сожри ту херню. Ой, ты уже почти сюда прибежал. Ну да ладно. Так, не, Улуса, я пошутил, вернись. А, ты не пошел никуда. Понятно. Ну, блин. О, ничего себе, задача выполнена. Бичо, уже можно. Так, пока там этот Бичо будет к нам идти, там попробуем. Ну, выходить. Орали, Дани. Кое-что подрезать. У моей тачки и, Тебе нужна помощь? С техникой. Тяжелая зараза. Чего? Ему еще помогать там что-то носить? Какого ж хера? Ладно, мы с ним пока будем. Он будет ждать меня у передвилы. Сейчас мы вначале тут полутаем. Угу. А то сейчас какой-нибудь интерактив начнется. Там туда-сюда. Вот это вот все. А ты здесь откуда?
Так, здесь у нас что-то ничего нет. Ага, то есть мы будем концерт мутить у этой Машки Маркессы. Прям на вилле. Прикольно. Пойдемте посмотрим на бассейн. Стоп, а где бассейн? Я здесь точно где-то видел бассейн. Так. Я потерял бассейн. Стоп. Луса, ты бассейн тут видел? А, во, наверное, здесь где-то. Так, я тут точно где-то видел какой-то типа бассейн. Или вон, нет, это, по-моему, не тут бассейн. Я что-то другое видел. Или это я видел? Да не, оно где-то в другом месте было. Или это просто подсветка была похожа на бассейн? Может быть. Ну ладно. Пойдемте этого бича там ловить. Здорово. Надо запускать! Быстро! Ну, хер с тобой, запускай. Ну, ты будешь запускать, не? Ладно, хер с тобой. У Марии тут лучшее оборудование. Мы должны только включить его. Ну, допустим, включай. В чем вопрос-то? Ты думаешь, Таля станет возиться с антенной, светом, колонками? Да не в жизнь. Ну, ладно, ты-то ладно. Нахер нужен. Помогу. О, да! У меня есть Роуди, и мы запускаем радио Либертад! Я буду контролировать процесс отсюда. Вот засранец. А давайте мы его загасим. Но он меня всю дорогу бесил. Жить будешь. Ну, разок надо было это сделать. На улице, прямо перед виллой. Паскуда, блин. Как он меня раздражает. Дани, пульт у парадного входа виллы. Антенна включена. То есть сам ты это сделать не можешь, козлина. Ну все, вставай. Ну, потому что как бы бесит. Потому что серьезно, вот это вот говно ты не можешь включить сам. Теперь я, значит, еще и техник. Плюс один, Данни. Плюс один, бесит твари. Черт. Угу. Как тут у Маркессы все наворочено. Ты че? Техника готова. Так. Подходи к стене на крыше. Мы тут такого намутили. Так, куда мне надо? А ну-ка, сцену, окей. Пойдет. Кохонос, совсем как живой. А где Паула и Талия? Выглядишь стрёмно. И что с тобой? Ну, я всегда так. Каждый раз перед концертом. Да чтоб тебя. Наконец-то. Вердат собре тодо. 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 Ну, хоть где-нибудь нам попадутся адекватные люди. Так. Falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me traya. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando. Нахер Кастильо! Нахер Маркессу! Нахер Параисо! Рехудер Алмуэрте! Мы идем вперед, слышишь? Допустим, и что это такое было? Что там прилетело? Так, защищай оборудование. Против летающего говна у нас есть кое-что. Я этого не допущу.
No. No. Допустим. Ладно, музончик качает, окей. Ой, рот компот. Допустим. Есть еще? Давай, давай, качай. Вы, конечно же, ебанько, но нормально. Качаете. Ого. Так, стопэм. Надо поменять немного. О! Иента надо затестировать. Так, что, есть кто-то еще? Не добежал. Тоже не добежал. Красивые метки. Ну нормально, я тоже плюс-минус меткий. Ёб твою. Тихо-тихо-тихо. Чё началось-то? О, ничего себе, что есть тут. Кто там? Дани, эти камемьерды спригнали танк! Да? Где? Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Долго нам еще тут? Так. А где мой? Так. А ну выгляни. Что такое? Ай,
Да хорош! Твою. Ты откуда здесь взялся? Сколько у вас тут еще? Долго нам тут еще тусить? Слушай, Дани, может закончим шоу эффектно? Это да. Как? Ну ничего, нормально, нормально. Было немножечко потно, но не сказать, что слишком. Устроили тусу, раскачали вечерину. Давай еще, блин! Все, хватит! Да о чем ты, Пауло? Ты донесла мысль до Маркесы. Но тенемос мьеда михента нофалья. Из-за тебя. Какая неугомонная. Лучше в Америку сбежать, поджав хвост? Блин, Талия, там хоть можно пожить. О, да. Улыбаться Янке и сортиры чистить. А, и слышать от них, вали в свою страну. Мы не нужны им, ничего Пауло. Так. Мое место здесь. Задвигает правильно. Либердад? Им нужны наши фанаты. Кларе Гарсии насрать, кто ты. Я, Дани. Не ругайтесь. Теперь ты против Либердад? Мы же столько пережили. Операция, твоя вот семья. Вот именно. Моя семья, не твоя. Мне ой, не до войны. Какой-то, когда блин. Когда все стихнет, моя жизнь сильно легче не станет. Не забыла? Я же транс посреди сраной Яры. Не делай. Транс? Вид, что знаешь, каково мне. То есть это баба? Настоящие мужики не бегут. Или это мужик? Или это баба Суэ. Переделанного мужика? Твою мать, и сюда это приплели. Ну зачем? Ничего. Все будет норм. Ай. Думаю, ми амиго. Че за говно? Реде Леон? Эсперанса. А, президента. Мистили, у меня есть всего пара минут. Ну, начнем. Ты много времени проводишь с отцом? Он отличный учитель. А с мамой? Как ласа да тантерия эсэста, Мария? Эсэли стило американо. Насчет Вивиру. Это лекарство от рака спасает миллионы жизней во всех странах мира, кроме США. Мой отец очень болен. Американцы долго будут ждать? Ваш народ любит требовать то, что ему не принадлежит. Но ведь вы не хотите вести переговоры, даже о снятии блокады. Жаль вашего отца, но американцы подождут. Как и все остальные. Вчера ваш канал «Яровидение» взломали повстанцы. Они требовали освободить так называемых изгоев из трудовых лагерей. Так значит, Вивиро производят рабы? Правда или ложь? Правда, конечно. Рабство родилось не в Яре. Америка наживалась на нем. Больше полувека вы продавали за рубеж хлопок. Кто его растил? Постойте. Рабы. 4 миллиона рабов стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Такие, как я, были вашим главным активом. Как это назвать? Уроком истории? Первым шагом. Вторым стала тюремная индустрия, где люди работают за гроши. Не только в Америке. Верно. Дети шьют одежду и собирают смартфоны, а Вивиру спасает людей. И спасенным все равно, как делают препарат. Сантос Эспиноса убил вашего отца в ходе революции 67-го. Вы попали в плен в 13 лет, столько же сейчас Диего. Вы учились сами? Меня всему научила моя мать. Вы 15 лет работали на табачной плантации.
Говорят, вы до сих пор храните нож. Когда Яра станет раем, и я предоставлю Вивиру американцам, мои методы, ваши вопросы будут не важны. На этом все? Вашему отцу. Экспозит молодец. В принципе, все правильно сказал. С другой стороны, конечно же, выращивать Виверу можно было бы как-то более адекватно. Так, к военным пришло подкрепление. Хорошо, мы устроили переполох. Трансляция отключилась. Что произошло? Вы в порядке? Мы живы. Бьен, теперь Маркеса сделает все, чтобы превратить нашу жизнь в ад. Защити Максима Сматанса, Дани. Трансляцию смотрели тысячи людей. К нам уже приходят новобранцы. Буду стараться, Клара. Так, допустим. Вдруг смогу помочь. С творческими разногласиями. Я верю в тебя, Дани. Ай, теперь придется утешать этих... Блин, я думал, это они просто с примабахом. А оказывается, да, они не совсем... Не совсем нормальные. Рассказывай. Паоло больше нет рядом. Но меня так просто не заткнуть. Так. Мы с тобой устроим Марии Маркесе реальную войну. Как же долго я этого ждала. Сначала она нас запретила. Потом меня утащили на промывку мозгов. Пытались заткнуть мне рот. Короче, Дани, пора преподать ей урок. Кукуха-то у тебя уехала. Ее пропаганда, билборды, реклама и даже сраный завод. Все будет уничтожено. Мы оставим Маркесу ни с чем. Угу. Когда мы закончим, у нее не останется ни песа. А кто будет уничтожать? Давайте угадаем. Забрала наш голос, и у нас осталось одно. Пули. Ну вы сами-то что-то сделаете или нет? Я так понимаю, что нет. Отомсти, суки. Операция «Разгром». И что надо? Так, уничтожить грузовики и билборды Марии. 60... А, ну я уже кое-что там уничтожил. Талия только разогревается. Так, талия приносит уничтожить цистерны с ромом. И ящики с грузом. Стоп, а ром-то за что? Ну, что началось-то? Так, кто это сказал? Я тебе сейчас с кошки скормлю, зараза такая. Понятно. И куда нам дальше двигать? Вопрос открытый. В принципе, можно просто... Так, а что нам? Нам что-то здесь... А, нам что-то конкретное показывают. Где-то что-то надо... Тут что-то уничтожить, там что-то уничтожить. Где-то что-то мы уже поразносили, плюс-минус. Я думаю, наверное, мы двинем. Сейчас захватим какие-нибудь КПП. После этого выдвинемся на зенитке. Размотаем здесь просто весь район. Я думаю, плюс-минус мы попутно просто все сможем тут дозачистить. Так, это наша еще территория, да? Хорошо. Ну и откуда начнем? КПП здесь. Грузовики. Секрет. Давайте, наверное, начнем снизу. Вот из этого, к примеру, убежища. Выдвинемся. И пойдем напалмом обжигать тут все подряд. Примерно такой план. Да, полетели. Ну, вообще, на самом деле, экспозита, то есть эль-президент, по большому счету, прав. Иди-ка как сюда. Бы. Да что началось-то опять? Дани! Дани! Мой лучший друг! Сука, мой как ты бесишь. Внучок. Чего? Ты, я, секунда, главная площадь, выпьем сейчас! Похоже, ты уже начал. Ну что же, ну прекрати. Гоню. Подойду, как смогу. Притормози там бичу. Да что ж такое-то, бутылочный эпизод. Вот фотка грузовиков с пропагандой Маркесы. Прости, что приходится смотреть на ее рожу. Так, еще одна причина разобраться с ними. С первого дня, как Костильо пришел к власти, я слушаю ее пропаганду. Достало. Разнеси их, Дани. Да как вы все достали меня, блин? Что это? Какая-то херня. Из-под коня? Ты что хочешь? Расскажи, что знаешь. Один конвой проходит к северу от Барьяла, мимо форта Эйсила.
Задай солдатам жару, Дани. Спасибо. Хорошо. Как скажешь. Так, а что мы тут можем обменять, поменять? Что-то из этого можно же... О, конюк у нас один. Ну, не знаю, пока нам всего хватает, я думаю, продавать не буду. Потому что из этого можно, если что, наварить себе похлебки. Хотя у нас похлебки, в принципе, плюс-минус достаточно. Но мы загонять не будем без лишней нужды. Так, а где здесь рундучок? Тут где-то рундучок должен быть. Опять же, не то, что нам это все надо. Ага, хорошо. Так, зенитка. Ну, к зенитке мы пойдем пешком, потому что лететь к ней не получится. Может, какие еще приключения на свою пятую точку мы тут найдем. Так, как бы нам тут перебраться? Надеюсь, нас сейчас за жопку никто не укусит. Вообще, эта подруга качает очень неплохо. Ну, не знаю, мне, по крайней мере, ее музончик заходит. А то, что с этим какого-то там Матиасом, Матанзасом, или как его там, блин, или Пауло. Короче, вторым. А, я так и знал, что что-то с ним не так. А оказывается, это не совсем мужик. Где ты взял эту кошку? Хочет этого Таня или нет? Но теперь она... Ох уж это, блин, современная повесточка. Так. Несемся на зенитку и устроим там чебедох. Мария будет просто в бешенстве. Безусловно. Какие-то болота здесь. Ну да ладно. Я думаю, сейчас так или иначе мы туда дойдем. Да как глубоко. Хотя можно было попробовать полететь на хренодрыгеле. Ну, на низкой высоте чисто. Ну да ладно. О, там кто-то что-то хочет. Пойдемте уточним. Так, по-моему, я как-то не с той стороны захожу. А что это там такое светится? А, бочки. Так, стой. Стой. Эй, эй. Есть для меня что-нибудь? Что расскажешь? Ожидается сброс припасов, Дани. Нам они сейчас точно пригодятся. Не люблю я эти задания. Грасиас, грасиас. Кто где? Черт, распылитель. Враг, взять! Сожри эту херню. Откуда у вас тут столько? Да ёб твою ж. Давай сюда, Улуса. Разметала Волочку. Кстати говоря. Не добежал. Но явно старался. Кстати говоря, можно оставить. Она забавная штука. Мне в целом понравилось. Учитывая, что я тяжем как бы, ну, не то чтобы пользуюсь. А это вполне себе DIY такой увесистый в себе. Лаборатория биовиды. Что за лаборатория? Что-то мне подсказывает, я опять куда-то иду, куда я должен был потом пойти по квесту. Да что ж такое-то? Так, сожри вот это. Ну, а этого она сама сожрет. Че, все? Все кончились? Ну и ладно. Да, что так? Так, давайте мы этого тоже немножко. Нет? Да чтоб тебя. Да. Ну это идиота кусок. Сядь обратно.
Ну. Да ты издеваешься? Никогда не видела такой кошки. Я супер. Чумовой концерт. Ну, нормально. Даже выжил тот чувачок. Хоть он так и старался прикрыть того солдата. Ну да ладно. Так, понеслись. Так, коника. Ты чё, блин, так ты дыкаешь? Ну, в принципе, нам чисто зенитку снести, можно тут особо не вникать будет. Хотя, как знать. А, здорово. I see you. А ты чё, молился, что ли? Ну, если молился, сорян. Я не специально. Не спать, Дани. Да вроде пока не планировали. А мы туда как-то... Как-то где-то здесь забраться можем? Или нам обязательно придется... Такой впечатление... Ты, Луса, ты меня убить решил? Каков шанс, что я сейчас туда вот допрыгну? И потом оттуда вернусь. Самое главное, нахера мне туда прыгать? Не, не будем. Хотя... Но все-таки тут какая-то типа дорога. Котейка, отойди, пожалуйста. Отойди. У-ху-ху-ху-ху. Какой я молодец. Не зря, не зря. Тут пошел. Ну, я надеюсь, что я не зря сюда пошел. А. Хорошо. Я прям хорош. Так. Луса, ты где? Там-да-там, там-да-там. Так, там где-то снайпер у нас тусует. Минус один. Снайпер. Кто мьерда? Так. Разойдись! Мерда! Да ёб твою! Так. Первое. Как все плохо-то. У меня с, блин, со снайперской подготовкой. Выгляни. В окошко дам тебе горошко. Так, кто там опять? Прикрой меня. Хону. А почему ты не взорвал эту херню? Да. Да что ж такое? Ну, была авиация. Короче говоря, как говорится, ну нахер тут с этим совсем заморачиваться. Так, стоп. Офицерин. Взять, киса!
Так, нормально. Я не знаю, имеет ли смысл мне тут что-то делать. Потому что такое впечатление, что... Это вообще все не надо. Красавицу Луса. Кто тут еще? Да чё ж такое-то? Хераси. Какую фигню они умеют придумывать? Так, ладно, зенитку мы тут размотали. Уран мы здесь заныкали. Где здесь еще? Кто меня видел? Какие-то типа ящички, это все классно. Так, но это у нас не объект военных, это просто какая-то фигня. Там у нас где-то... Где? Где-то там лежит ящик. Пойдемте соберем ящик под конец серии. И я думаю, это будет вполне себе нормальное завершение. Так, а как нам туда попасть? Кто-то здесь трындит. Ничего себе, просто так вот просто лежит. Так, еще немного пороха. Так, а мы здесь где-то выйдем. Такое впечатление, что... Ой, ну почти вышли. Так. Давай, Фас. Луса, кушать. Луса, иди покушай. Разорви, Луса. Давай, вперед. Берегись, пума! Мерда! Луса! Не обижай мою котику. Котеечку. Так, давайте еще спросим там у кого-то. Че, кто хочет? Здорово, что расскажешь? Что с... Допустим. Рассказывай. Ну, здорово. Да чтоб тебя. Что нового? Дани, один КПП делает жизнь местных невыносимой. Если избавишься от него, у нас появится много новых сторонников. Спасибо. Так, хребте Каталина. Ладно, на хребты Каталины и прочие места мы отправимся чуть позже. А сейчас вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.